Привет, друзья мои! Верите ли вы в реинкарнацию, то бишь перерождение? Я не верю, я человек верующий, имею в виду христианин. Может быть, кто-то верит, это лично его право. Я встречал людей, которые верили даже в холодильник, в бога холодильника, потому что они каждый день его открывали, и там что-то лежало. Но, когда я смотрю на украинских журналистов, отдельных, конечно же, большинство, как раз отдельные журналисты украинские вызывают у меня уважение. К слову, должен сказать, что не так давно я подсветил некую ситуацию, подпиарил ее со свадьбой сыночка генпрокурора. Вот, вы сами видели, что из этого получилось, мне понравилось. Я думаю, что неплохо было бы еще иногда пиарить такого рода расследования, такого рода журналистику, настоящую журналистику, которой сейчас в Украине мало. Но по поводу большинства, почему у меня складывается такое впечатление? Вы знаете, мне кажется, что эти люди, вот, они переродились из тех журналистов, которые в 75-м, дай бог памяти, писали хвалебные оды о каком-нибудь совхозе в Туркменистане, который дал на гора очень много чего-то там. Вот, и это все было очень интересно читать. Ну, понятно, да, их поили кумысом или чем там их поили. Вот, в итоге они получали квартирки, дачки, какие-нибудь премии. Ну вот потом эти люди скончались, их похоронили на Байковом кладбище, а теперь они переродились, и вдруг они уже ходят в вышиванках. Сегодня пресс-секретарь СБУ, та жлобишка, о которой мы уже рассказывали, Олена Гетлянська, рассказала о некой встрече, которая произошла в администрации президента Украины. Как и было обещано мною на заседании Совета по вопросам защиты и профессиональной деятельности журналистов и свободы слова, что собирался днями в администрации президента при участии журналистских объединений, представительств пресс-служб правоохранительных органов, я подготовила ответы на отдельные вопросы, которые волнуют медиа-сообщество. Что же за ответы и на какие вопросы? СБУ сегодня есть беспрецедентно прозрачной структурой, однако закон жестоко ограничивает оперативников и следствия. Например, много вопросов было касательно журналиста, сразу же кавычит, из Житомира, который прикрывался своей якобы оппозиционностью. Сегодня, после завершения досудового расследования, можно рассказать немножко больше. СБУ придерживается Конституции, но этот человек не освещал свою точку зрения, а отрабатывал за гонорары темники из РФ, которые присылали на его электронную почту подготовленные статьи на поддержку боевиков и с призывами к разжиганию межэтнических и социальных конфликтов пропагандист пересылал российским заказчикам, которые размещали их на подконтрольных сайтах в сети интернет. Создается впечатление, что вот она рассказывает о чем-то, но привести пример не может. Я абсолютно убежден. Мы искали статьи вот этого вот человека, да, которого она назвала журналистом, где можно было бы к чему-то придолбаться. Да, там была аналитика, шманалитика, все что угодно, но того, что противоречило бы Уголовному кодексу Украины, мы там не обнаружили. И вот она рассказывает, он там за гонорары, не за гонорары. А вот те журналисты, которым она это рассказывает, они что, не за гонорары это делают? По велению души и совести или что? Это отдельные миллионеры могут себе позволить делать все, что угодно. А журналисты все работают за гонорары. Но если она говорит, что гонорар из Российской Федерации, это очень плохо, то есть настолько, что можно возбудить уголовное дело, то как по поводу угля из Российской Федерации, это не очень плохо, и уголовное дело возбуждать не надо, я так понимаю, да? Почему не возбуждаете уголовное дело касательно правительства Украины, а? Ну и вот тут вот как раз таки правосельца и Тимонина, да? К 9 годам лишения свободы осудили двух пропагандистов Новороссии ТВ, коллегия судей Андрушевского районного суда. Ой, по тактике защиты они тоже активно эксплуатируют статус журналистов и громадских активистов. Но, как доказало следствие, айтишники по личному приглашению террориста Губарева приезжали в оккупированный Донецк и проводили там мастер-классы по запуску и техничной поддержке сепаратистского канала Новороссия ТВ. Это все тот же YouTube-канал. Они помогали для того, чтобы YouTube-канал настроить. Вы же понимаете, там если красный кабель с синим вдруг соединишь не так, то как рванет. Надо выезжать на место. Ни в коем случае дистанционно нельзя объяснить, как работает YouTube-канал. Ну и, конечно же, инструкции YouTube поэтому тоже не дает.
Это очень сложно. Ну, такого рода определения, как зомбоканал и все такое, я опускаю. Но никакой конкретики, я убежден, никакой конкретики СБУ предоставить не может. Они могут только говорить зомбоканал, пропагандисты, разбрасываться такого рода определениями, которые мне от этой жлобишки слушать не интересно. Мне от нее, от этой жлобишки сельской, интересно слушать факты. Фактаж. Четко. Дай фактаж. Расскажи, что по фактам сделали эти люди. Ну, а по фактам ничего не будет, конечно же. Во-первых, она написала это во-первых в своем обращении. Прислушавшись к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд в Украину испанским журналистам Антонио Памплиету та Мануэлю Анхеле Сестре. Вау! Они открыли въезд испанским журналістам. Ну, значить, в'їзд був закрит. Да, в'їзд був закрит. Я зараз покажу, що відбувалося. На цей раз за так звану антиукраїнську діяльність витурили та заборонили в'їзд в Україну двом журналістам з Іспанії. Головний аргумент Служби безпеки України – антиукраїнська діяльність журналістів. Утім, що саме має на увазі СБУ? А вони неізвісно, що вони мають в виду. Вони ніколи особо не об'ясняють, що вони мають в виду. Антиукраїнська діяльність. Призивав там к чому-то. Где призивав? Ну, какая разница, где призивав? Іспанські журналісти Антоніо Памплієга і Мануель Анхель Састре напередодні отримали дозвіл працювати у зоні АТО. 25 серпня вони прилетіли до України. В аеропорту Києва їх протримали 20 годин і вирішили все ж не пускати. Більше того, заборонили в'їзд на 3 роки. Как рассказали испанцы, к ним относились как к преступникам. К ним относились как к собакам настоящим. Памплієга і Анхель Састре – журналісти відомого авторитетного видання в Іспанії – газети «Ель Мундо». У грудні 2014 року працювали в Україні. Вони висвітлювали життя звичайних людей – жителів так званих ЛДНР та жителів мирної України. В 2014 году они уже работали. Они работали на неподконтрольных Киеву территориях и освещали жизнь простых людей. И что-то СБУ не понравилось. Что же не понравилось Службе безопасности Украины? 2 роки тому обох іспанських журналістів СБУ вже включало у так званий чорний список. Мовляв, тоді вони становили загрозу українській національній безпеці. Утім, вже через рік з них зняли санкції. Журналісти розповідають, по приїзду в Україну прикордонникам надали копію указу та дозвіл на роботу у зоні АТО. Они якобы несли какую-то угрозу национальной безопасности. Через год с них эти санкции сняли. Почему с них эти санкции сняли? Да потому что они иностранные журналисты, потому что они испанцы, потому что топнули ногой и сняли. Это своих не жалко. А вот если иностранец, тогда... Я такого дебилоидного подобострастия по отношению к иностранцам нигде больше в мире не видел. Скажите, что самое имеется на увазе под формулированием антиукраинская деятельность? Це стандартне формулювання, ми не зобов'язані його розшифровувати. Поки Служба безпеки України не дає чітких і зрозумілих коментарів, в Іспанії видворенням журналістів обурилися. Я не обязан это объяснять. Вот это та самая гитлянская, когда ей задавали вопрос. Я не обязан, это стандартная формулировка. Но испанцы сказали, нет, друзья мои, так вы поступать не будете. И начали давить на это быдло. Прийням журналістів обурилися. Європейська федерація журналістів та Міжнародна федерація журналістів вважають це наступом на свободу слова в Україні. І очікують жорсткої реакції від Ради Європи. Вот так вот. А это уже страшно, правда? Когда ты сидишь, тебя никто не трогает, что бы ты ни творила, тогда ты, конечно же, расцветаешь, тебе кажется, что ты уже можешь все, что угодно. Но здесь не тот случай получился. Приводом для видворення журналістів, кажуть експерти, могли бути кілька матеріалів іспанських журналістів кількарічної давнини. Зацікавити СБУ могли їх матеріали 2014 року. Мова про допис в Інстаграм журналіста Памплієги. Он написал нечто в Инстаграм, и вот на это вот возбудилась Служба безопасности Украины. Что же он такого написал, что угрожало национальной безопасности? А ну-ка давайте. Она рассказывает, что угрожает национальной безопасности, и вон те вот арестованные и уже посаженные, они тоже грозили национальной безопасности. И вот испанец, давайте послушаем, что. В Инстаграм журналіста Памплієги, де він розповідає про бомбардування Первомайська українською армією у 2014 році. А у пості за 24 серпня розповідає про унікальну промисловість Донбасу. Так що, не бомбили, ні? Не бомбили? Це все показалось. Ну да, українські журналісти, ведь всі як один, розказували о самообстрілах, правильно? А іспанець? Прекрасно, просто видя своими глазами, что происходит, написал то, что происходит. Ну и плюс про уникальную промышленность Донбасса он написал, которая типа под угрозой. Все, угроза национальной безопасности, выслать. А были бы это украинцы, так закрыли бы, посадили бы.
Однак, якщо у ситуації з російськими журналістами все було виправдано і, головне, законно, були відкриті кримінальні провадження за фактом незаконного перетину кордону чи, припустімо, розповсюдження фейків та пропаганди, то з журналістами іспанської газети «El Mundo» все куди заплутаніше. Чи були відкриті... Если с российскими журналистами все абсолютно законно, это журналистка украинская, видите, рассказывает, что все было абсолютно законно, все нормально, за распространение фейков, все очень нормально, а вот с испанцами не все так однозначно. Знаете почему? Там нормально, а там неоднозначно. Потому что Россия не делает никаких, не предпринимает абсолютно никаких шагов по защите своих журналистов. Вообще ничего. Выслали, ну и выслали, повозмущались и все. Испанцы другие. Испанцы начали на Украину давить. Испанцы начали подключать международные организации. Испанцы сказали: нет, такого не будет. Мы за двух своих граждан постоим. Вот в чем разница на самом деле. Два года назад испанские журналисты действительно попали в черный список, но в прошлом году, после ноты протеста испанского правительства, санкции с них сняли. Теперь они снова оказались в списке службы безопасности, как лица, которым запрещен въезд в Украину. Вот что на самом деле произошло. Сначала их включили, но была нота протеста. Их сразу же... Все нормально, уже не угрожаете национальной безопасности. Потом по новой они начали угрожать национальной безопасности, потому что они не думали подстраиваться под то, что делают украинские журналисты, а просто продолжали писать правду. Неправдивые материалы. Вот Гитлянская же об этом рассказывала. Они писали неправдивые материалы, в том числе о том, что украинская армия якобы обстреливает мирные украинские города и села. А это, без сомнения, неправдивый материал. Далее, что писали, запретила въезд из-за антиукраинской деятельности. Ну вот, опять та самая антиукраинская деятельность. Антиукраинская деятельность и публикации. Видите, это сообщает та же самая Гитлянская. Въезд им запрещен. Да, противоречащую национальным интересам Украины. У них деятельность еще и противоречила национальным интересам Украины. Все очень четко, все очень обосновано, все очень ясно. И тут возникает у меня вопрос. А что, теперь их деятельность перестала противоречить национальным интересам Украины? А теперь их ложь, которую они написали, перестала быть ложью? Да? А как это так? Это получается, что если надавит на нас сообщество международное, то и ложь уже не ложь. И антиукраинская деятельность уже не антиукраинская. Ну а теперь самое интересное, этот позорный статус, в котором по сути говорится о том, что испанцев трогать нельзя, а вот своих мы будем сажать, называть пропагандистами, как угодно, на 9 лет за настройку ютуба, ютуб-канала, все такое. Кто первые два человека, которые прокомментировали, захлебываясь от восторга, этот позорный статус? Татьяна Катюжанская, отдельный плюс за этот пост. Игорь Чайка, все очень хорошо разъяснено, нет вопросов, спасибо. Кто такая Татьяна Катюжинская? Татьяна Катюжинская – это глава правления в Национальной ассоциации украинских медиа. Как следует из ее официальной биографии, Катюжинская с 1997 года имеет опыт работы по защите прав и свобод журналистов, проходила стажировку по теме «Свобода прессы», программа для адвокатов, судей, юристов СМИ в Нью-Йорке, Вашингтоне, Варшаве. А второй, который Чайка, это глава одного из двух независимых профсоюзов журналистов в Украине. Мы рассказывали о нем как раз-таки на днях. Вот это вот на самом деле позорно. Вот это вот на самом деле и показывает уровень современной украинской журналистики. Они бегут, опережая друг дружку. Ну, у той получилось первой. Для того, чтобы поцеловать в задницу службу безопасности Украины, которая в своем статусе позорном рассказывает о том, за что сидят журналисты в Украине. Ну, все нормально, да. Ой, отдельный плюс за этот пост. Спасибо тебе. Спасибо большое. Это реинкарнация. Самое, что ни на есть, натуральное. Пока.